Всем привет-привет! С вами снова я, Ольга Карпович, и с маленьким заказиком по каталогу 17. Он у нас еще действует до конца недели, до 10 декабря, поэтому если вы еще не успели заказать, обязательно заказывайте. Если у вас нет личного кабинета, под этим видео есть анкетка, где вы заполняете, получаете доступ. Ну, а я быстренько сейчас покажу то, что мне пришло. И знаете, все-таки, когда по каталогу не работаешь, вот сняла обзор каталога, там, если кто-то что-то просит помочь с заказиком, по артикулам заказала, и все. И знаете, даже не узрела, что у нас в серии Beauty Cafe появилась новая вкусняшка, а именно клубничка. А называется клубничный маракун. Значит, гель для душа, питательный крем для рук и жидкое мыло для рук. Жидкое мыло артикул 29,65, 300 мл сейчас у нас идут мыльца. Дальше крем для рук, как всегда, 75 мл, артикул 29,76. И артикул 29,64, клубничный маракун. Это просто нечто. Вот прям хочется съесть, особенно если бы вышел этот гель как бы летом, еще куда-нибудь шло, ну под зиму. Аромат вот прям настоящая клубника, а именно клубничное варенье. Просто вау. И, конечно, красненький гелик. Очень крутой подарочек. И, ну, конечно, крем для рук нет, но вот гель для душа и, допустим, жидкое мыло можно даже дарить детям. Очень вкусняшка. И я знаю, что специально девчонки берут вот именно наше жидкое мыло, чтобы приучить детей мыть руки. Почему? Потому что очень классный аромат, и они прям специально просятся, чтобы помыть руки. Далее продолжаем. Так. В который раз убеждаю, что очень хорошо, когда имеешь личный доступ, и ты сам контролируешь свои покупки и контролируешь, что цены. Я, кстати, опять же повторюсь, не знаю, есть он в каталоге или нет, но сейчас практически на рубль дешевле, чем в следующем каталоге. Концентрированный шампунь серии «Эксперт», артикул 19,98, не помню, ну 6 рублей нет. Напоминаю, что он заменяет 3 обычных упаковки шампуня. То есть здесь 190 мл, ну 200 практически. То есть это идет 600. И плюс, что мне нравится, что с дозатором. Кто попробовал, берут очень хорошо. Особенно, когда на акции приходят здесь заказики. У меня по 10, по 15, по 12 баночек сразу. Поэтому обращаю внимание. Далее. Серия, моя любимая, это серия по уходу за зубами, серия Нуки, а именно манго. И сейчас, ну нету даже 3 рублей, может 2,89 по каталогу или 2,69, в общем не помню. Артикул 28,47, вот у меня из этой серии практически постоянно есть какая-нибудь зубная паста, всегда стоит концентрированная отбеливающая, и вот эта паста. Мы просто очень любим гелевые, и напоминаю, что этими пастами можно пользоваться и детям после 6 лет. Поэтому обратите внимание, и прям опять же лайфхак, что из-за того, что на каждой зубной пасте своя рожица, то есть везде своя мимика, дети вот тоже хотят чистить зубы. Так что можно опять же благодаря вот этим пастам приучить чистить зубы. Дальше. Попросили снова из серии «Зима» бальзам для губ. Напоминаю, что он не блестит, то есть его берут даже мужчинам, парням зимний, то он не дает никакого блеска, а вот именно увлажняет губы. Артикул 29,59. Далее на распродаже взяла себе серию, которая выходила у нас весной. Лотос. Этот крем у нас идет увлажняющий. Они сейчас на распродаже. Ой, может 2,50 по каталогу. Но обращаю ваше внимание, так как я всегда смотрю на сроки. Осталось 7 месяцев. Ну, в принципе, если у тебя один крем, и ты будешь им пользоваться каждый день или даже иногда несколько раз на день, за месяц он закончится. Но просто имейте в виду, тот, кто берет про запас, что осталось 7 месяцев. Вот, далее попросили снова заказать магнитик.
покажу. Вот у нас никогда не было таких магнитиков, и я просто в восторге. Значит, артикул его 910-498 стекло. Вот он такой выпуклый. Очень крутой магнитик с дракончиком. Прям я в восторге. Цена осталась та же, что была и в прошлом году. Но в прошлом году они были силиконовые, а сейчас вот стекло. Очень крутой магнитик. Далее попросили заказать крем Омега Хит. Он пока последнее время на акции. Артикул 29-24. Он тоже может быть универсальным, так как это Омега Хит. Он идет с таким нейтральным ароматом. То есть им можно и пользоваться и мужчиной. Можно использовать после бритья. Он идет универсальный. То есть для рук, для лица, для тела, для ног. Два в одном. Даже не два, а все в одном. И артикул 29-24, 150 миллилитров. Обращаю внимание, тоже где-то 5 с чем-то по каталогу. На акции сейчас карандаш пятновыводитель при покупке на 14 рублей 49 копеек. То есть, если вы делаете минимальный заказ, вам дают сразу два карандашика. Артикул 30-152. Сроки хорошие. Можно брать даже про запас, чтобы были к лету, к весне. И плюс, опять же, на подарочек. Очень крутой и дешевле. Наверное, на копеек где-то 70, чем обычно. Далее заканчивается у меня мусс. Это артикул 2701. Именно этот мусс для волос я не пробовала. У меня еще в старой упаковке, где, по-моему, фиолетовый, получается, фиолетовым все написано. Но, опять же, повторюсь, его хватает очень надолго. Не смотрите, что здесь 150 миллилитров. Ну, как пользоваться, думаю, все умеют. Если вы нажмете... Как обычно, у вас будет столько пены, что вы не будете знать, куда ее деть. Поэтому буквально чуть-чуть нормальное количество пены вылазит с этого дозатора. И что для меня очень нравится, что не склеивает волосы, нет липкости потом на руках. И ну прям то, что нужно. Поэтому очень рекомендую артикул 2701. И сейчас, кстати, 6,59 по каталогу. А если без акций, 11. Поэтому рекомендую. И последнее, что хочу показать, это тушь из новиночек. Нам ее дарили на конференции в Москве. Я уже ей вовсю пользуюсь. И обязательно будет отдельно еще отзыв по этой туши. Артикул ее 56763 обязательно будет отдельно. Но что хочу сказать. Кто за мной наблюдает давно, уже знают мои какие-то определенные нюансы. Я специально не выбрасываю, всегда на столе есть моя любимая тушь. Раньше вот была Miss Curl, а это называется тоже Irish Volume and Curl Mascara. Значит, чуть-чуть есть похожесть, я сейчас вам покажу в щеточке. Значит... В этой туши, в новой, тоже снизу такие же, получается, щетиночки, а здесь они, получаются длиннее и не такие густые. Первое, что хочу сказать, этой моей любимой, раньше, когда пользуешься, вынимаешь, и она сразу такая не сильно жирная, и сразу красишься. Здесь, конечно, жирность есть чуть-чуть, но не сильно. То есть приспособиться очень даже хорошо. Но что хочу сказать, что у меня чувствительные глаза. Если вдруг что, сразу слезы, сразу резь в глазах. И она будет до такой степени не поможет. Там морга или там что-то где-то, там закрой глаза. Абсолютно не поможет. Нужно срочно смывать косметику. Новая тушь прошла тест-драйв и в дождь, и в снег, и в ветер, и когда слезы у меня текли, ничего нигде не течет, ничего нигде у меня не режет. И вот целый день 100% я могу проходить. И по стойкости эта тушь, ну так как она жирнее, намного, не то что по стойкости, по...
по наличию вот самой консистенции. Почему я так рассказываю? Тату уж быстрее смывалась, чем это. То есть эту уходит больше или мицеллярки, или молочка, но мне нравится, что мне не нужно, как говорится, себя контролировать. Но если тут уж у меня можно было, если вдруг какая-то резь, смыть обычными салфетками, это не смоется, как бы не старалась, потому что она сама по себе, ну, больше по консистенции ее ложится на кисточку. Но, в принципе, очень даже хорошо. И вот я даже специально вам покажу, очень хорошо прокрашивает, расчесывает. И я приспособилась, я крашусь только нижней щеточкой, то есть вот теми огромненькими. Я даже не крашу, мне предостаточно. Если вы хотите что-то где-то там подвернуть, там еще что-то, я просто не люблю, когда огромное количество туши на ресницах. Вот я не люблю. А если вы такой эффект любите, тогда вам надо вот этими маленькими сначала накраситься, а затем уже сделать изгиб вот именно длинненькой стороной. Но я пробовала, мне не нравится. Но тушь может быть. И если, допустим, я думала, какой буду краситься после того, как этой нету, кроме коричневой, вполне можно брать артикул 56763. На этом у меня все. С вами была Ольга Карпович, бизнес-проект-партнер. Не забудьте подписаться, обязательно спрашивайте, обязательно комментируйте. Я все всегда читаю, все всегда смотрю и очень радуюсь, когда я кому-то в чем-то была полезной. На этом у меня все. Всем пока!